Всем привет, с вами Ваня Труп и мой друг. Борода. И сейчас мы будем играть в GTA Samp. Ну, точнее, просто в Samp или GTA Multiplayer. Мы будем веселиться. И что мы еще будем делать? Играть. Играть, правильно. Я сказал убивать. Ну, убивать. Бери оружие. Взял. Сейчас будем ездить и всем по колесам стрелять. Понял? Вот стреляй ему по колесам. Он еще разгоняться будет, а ты ему в колесо. Так, погнали. Воу-воу-воу-воу-воу, ребяточки. Я люблю. Ехать за ними? Да, давай. Вообще, блин. Воу-воу. О боже, мама, мама, я схожу с ума. Ведь видел, как я шаурма. О, давай, стреляй, стреляй. Красавчик. Красавчик, красавчик. Я буду пытаться так ездить, чтобы они тебя не трогали. На! На! Видишь, они тебя не трогают, а ты их можешь, да? Опа, это шоу. Они по мне стреляют. А, я принесу. Смотри, когда у тебя не будет броника, просто нажми полечиться. На кай, там, да, там, вот, полечиться, нет. Полечиться. Фак! У-ху-ху-ху! Ты пехайся. Сейчас, телепорты, развлечения, экстремальный спуск 2. Ты здесь? Ну, привет. Вон моя машина. Так. Погнали! Вова. Мы, ребят, будем снимать 10 минут, если резко оборвемся, но мы все равно соединяем это видео. Кстати, Вань, знаешь, что через контакт можно соединить видео? Ну, это я знаю, что можно два видео соединять. Ну, если получится где-то три, мы их соединим и все. Ну да. Потому ну, по-любому, где-то, где-то 2-3 получится. Угу. Если мы резко оборвемся, вы в комментариях не пишите, о, говно, все такое. Ну, не обзывайтесь там. Так, до кого едем, до кого едем? О, колеса. Гоняй за этим гонщиком. Давай, стреляем по колесам. Ой, он улетел. Упс. Вертолет, давай вертолет. Вертолет сделаешь? А ты ж с вертика не сможешь стрелять. Не, я говорю, я наверх, давай вертолет. Я вот потратил вертолет. А есть самолет, на котором можно стрелять? Стреляй, стреляй. Я пытаюсь за ним ехать. А, во. Этот дебил не может сесть в машину и с машин стрелять. Хе, сдох. Как умер. Так. Я не знаю, ролик может выйдет завтра, да? Еще. Да не, я думаю, сегодня. Ну и сегодня выйдет сейчас. И завтра. Стреляй. Все, Вань, с тебя и с меня видно. Окей. Я тебе дам пока поиграть. Давай, да. Ой, попадаю по ним, попадаю. Попадаешь? Они по тебе даже попасть не могут, потому что я бессмертный. Я его убил. Ну я же бессмертный, и вот они не могут попасть. И гоняйся за ним, у него хп чуть-чуть. У него вообще их нету. О, убил. Вова рассказывает. Сейчас, Вань, сколько у тебя денег? Чем у тебя меньше денег, тогда дрифти, если мало денег. Да не, у меня много еще. Почти 2000. X5, короче, это, ну, 1000-2000 будет. Mm. То есть все нормально. То есть если у тебя прям мало обрез денег, то бери просто дрифти. Дрифти, я знаю, это уже дрифти. Ну да, здесь дрифтишь и деньги дают. Вот мне $54 дали. За то, что я просто вот так вот дрифчу. Ваня, а почему у тебя типа жизни нет? А, я же бессмертный. Воу! Ты видел это? Как я? У-ху. Ладно, не буду больше дрифтить, погнали. Во, стреляй, вертик! На нем нельзя жизни восстанавливать. У него будет мод, я пристреляю. Ладно, поехали вот до этого. Ой. У-ху. У нас проблема? А, нет. Не-не-не.
какие еще проблемы? Про какие ты проблемы говоришь? Собирали. Не смотрю одинаковые тачки. Я их даже трогать не буду. Во-во-во-во-во. Кто со мной покататься по бездорожью? Это кто? Вон, видишь, вот эти две машины одинаковые? Вот они говорят. Вот. Да? Вот, о, вот, машина. Давай, давай, давай. Вот она машина. Стреляй. Валя, иди сюда. О, красавчик, красавчик. Чувак, он один в машине. Я он знаю, не может нет. уехать. И вылез... Я больше не вас стрелять не могу. А, вот теперь. Могу. Надо по голове стрелять. Вань, стой на месте. Стою. Красавчик. Я его даже не убил, а ты говоришь красавчик. Все убил. Вот его теперь бей. Уезжает. А вот этот не дает нам. Вообще достал. Это вообще бесит. Я много автомата М4 купил, у меня теперь они типа бесконечные стали. Что по колесам буду стрелять. О, попал в его. Стреляй по нему, я буду за ним ехать. А потом будем меняться, как, ну, скажешь. Когда тебе уже надоест стрелять. Его занесло, чувак. Да я видел. Блин, тяжело попасть в него. Да, он резкий, умеет водить. А я умею с УЗИшки по колесам стрелять. О, дубина. Он сейчас перевернется. Лянь, в нас врезаться хотели. Специально, что ли? Так, где там? У кого жизни нет, не езжай, но... Во-во-во-во-во, быстрей! Вот они сбоку, ты чё? А, уезжай, в меня кто-то стреляет. Да вот они, я ж тебе говорил. Просто взяли их и обманули. Получай. Куда ты? И куда мы поехали? Сейчас увидишь. А, ну я понял, где мой шар. Это мини-разгон. Почти в дрифт вошел. Так, здесь по-любому люди есть. Они любят на конце... Ой. Молодец. Чё-то я его нечаянно так вообще задавил. Вот так далеко улетел. А там они в модах. Там на самолёт летит. Погнали. Поехали туда? Мы туда, да. Это есть. Где много. Тоже их запал. Он на самолёт. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Вон он. Красавчик. Не боюсь, он тебя не попадет. Стреляй, стреляй по колесам. Так. Воу! Я ну уезжай за него, у него жизни чуть-чуть. Я ему еще мешаться буду. Блин. Фиг знаешь, куда он поедет. О, еще попал. Давай, давай, давай. Блин. Ох. И прям на колеса. О, вот поцик мне с этим. Ну где этот пацан, которого мы убили? Должны мы убить. Там. Вот он. Вот он, да? Сам к нам едет. Вон он в шар. В шар залетел. А он из шара не выйдет. Вот теперь не выйдет. А, он восстановился. Вот этот любит. Да он не выйдет, смотри, я что сделал. А что будет восстанавливаться? А, дубина. Ему не повезло! Почему не повезло? Он в АФК вошел. Он сейчас откроет и вон видишь. А, ну все, он застрял. Читер! Не, не читер. Он сначала ехал крышей, а потом перевернулся. Езжай за ним, не давай ему. Вот хит. Так, может еще кого-нибудь найдем? А, вон он. А, он тоже с УЗИшки там отстрелял. О, вот он, вот он, вот он, вот он. Получай. Да, вон. Да вот он еще. Стоит. Вообще нас лякает. Стреляй, стреляй. Походка. Походка. Ой, ой.
Так, что-то. Давай. Дальше. Да. Вот, гон за ним, у него еще меньше жизни. А, это он и есть, за которым мы гонялись. Я знаю, кого. Икс-вертухи. Так, делаем. Йо. Вот он. Я его ник запомнил. Ид-45. А, нет, Ид-15, если что. О, его занесло. Блин, знаешь, тяжело управлять, тем более на такой быстрой тачке. А сам спартанулся. Пум. Не давай ему. Уйди, не давай. Красавчик, стреляй. Все. Да, мы убили, миссия выполнена. Прикинь, мы, короче, сегодня играли без этого, без съемки. До съемки, а, короче. Давай на пляж Санта-Мария, ты поехать, там угар, там. Телепорты, основной пляж Санта-Марии. Хитрый, сколько здесь людей! А, не, показалось. Паркуйся, да не обрезайся, паркуйся. Ну, парканулся и чё. Сейчас я возьму тоже оружку. Оружку? Аграфактран. Полицейский классический, во. Сейчас будут делать машину. Ты где? Вон, я на красных, я говорю, Олеч, хочешь садить, хочешь делать свое? Ты будешь садиться? Где? Ты будешь садиться еще раз, да? Буду. Установить за... Как? Ты умер? Да, не буду. Я могу взять тачку и тпхнуться куда-нибудь. Ты пхнуться, знаешь, на грув. На грув? Основное и грув, да? Да. Что это упало? Основное. А здесь нету грув. Ну ладно, поможешь поехать на грув? Ё-моё, пацаны, отдайте мою тачку, дебилы. А я заспавнил свою. Так, покупка транспорта. Да куда телепорты? Короче, подальше отсюда, все, тпхнулся. Достали меня. И ты, дебил, вылазь. Куда? Да я вот этому дебилу. Иди нафиг с моей тачкой. Все, пошел в жопу. Я поцака где-то, короче, тпхнул и вышел. И он это. Телепорты куда? Драк? Нет. Ой, драк, я еще не тпхнулся, ты уже о каких-то драках говоришь. Спринт. А как это прокачивать тачки? А нажимаешь на двойку и настройки авто. Ну я. Вот диски. Золотые поставим. Двигатель заглушить нет. Неоновые лампы. Синий как поставим. Вань, ты где там? А как красный стать гидравлик? Ну, тоже там же. Там написано гидравлика. А как ему цвет менять? Тебя плохо слышно. А как ему цвет менять? А ты видишь авто, и там такие. Я понял, полосочки. Я знаешь, вот же у райдеров там же такие прокраски, да? Ну. А как им такие прокраски поставить? Стой, короче, ты пахнись на дрифт, на машине. На дрифт? Дрифт самый последний. Сейчас на два нажму. Дрифт. Там есть кто-то? Нет. Ты. Вот, видишь? Как ты краску поставил? Такой цвет, да? А, это только на некоторых машинах. А, у меня тоже нажму, у меня же тоже умирает. Ты видишь, как я делаю? Я тоже так. А ты нафига эти снял? Чего? А, сейчас я еще кое-что поменяю. Смотри, как я могу. Все, теперь все колеса проколоты. Не знаю. Вот, видишь? У-ху! Так. Как прыгать на машину? На... знаешь, как бибикать? Я знаю, там у нас что будет там делать. Вот так сделать. Нет, а можно же просто вот так ездить. Вот, а можно вот так сделать. Ой. Потом вот так делать.
Стоп, у меня что, авторемонт не включен? Ну да. Все. Понятно, смотри, вот так можно. Да. Давай. Ты же снимаешь все, да? Да. А у меня машина сломана? Нет. А, да, сзади. Чуть-чуть. Вот. Ты просто авторемонт включи. Настройки. Видишь, а настройки авторемонт. Подключен. Включен. Какие? Все. А теперь все починилось. Мария, я вот так буду ездить. Вот так. Или вот так. Или вот так. Я заниженный перед. Ты где там? А, у кого-то говно настроение. Во, го, вот сюда прыгнем. Ты видишь, вообще два человека. Я разгон беру. Я доехал, знаешь, куда? А как ты гудмод поставил? Гудмод? А он у тебя стоит, если ты не покупаешь оружие. Ну, я купил. А у меня он сейчас стоит. Сейчас посмотрю. Ты купил оружие, да? Нет. Ну, я тогда покупал. У тебя мигает жиськи? Нет. Нет, значит, что ты не в год моде. А наш? Они должны мигать. Ой, не дыши в микрофон. Так, телепорты. Ого, есть монстр трак. То есть монстр прохождения. Угу. О, ДМ... А, нет, ДМ-зоны не буду. Остальное... остров. Остров. Где моя тачка? Короче, да. Телепорты, дрифт, самое последнее. Моя тачка не исчезла? Нет. Короче, конец моей тачки, возьму другую. Так, транспорт, классический. Вот оно, да. Куда ты припахнулся? А, тут, помнишь, куда мы тыпахались? А, дрифт? Не, дрифт и самое последнее. Вань, будешь ко мне сидеть? Смотри, я тебе еще покажу, какие рисунки могу делать. Как ты рисунки делаешь? А на только на некоторых машинах есть. Я понял, на некоторых, на этом можно. Как ты делаешь? Просто так. Видишь настройки? И самое последнее, спец наклейки. А, понятно, значит на меня нельзя. Можно вот типа как у меня. Какая машина возьмет? Хочешь мою? Просто это нравится, она прикольная тоже. Хочешь мою возьми? Давай разменяемся, я тебе свою нормально. А я просто в эту машину сяду. Ну, в эту же, в которую я сейчас. Когда вот. Даю машину отстрячу, вот будет, да, стоять? А она исчезнет. Она не исчезнет. Сейчас заглушу все. Дверь закрыта, дверь закрыта, ну все, успею. А ты как выйдешь, что двери откроются? Я смотрю. А, ну да. Ну никто не заметит, что она под путь. Ну да, тем более сюда никто не тпахается. Так, бери. Ну и, конечно, назад сяду, да? Тпахайся, где много людей, сейчас будет обстрел. Мы с тобой тем более синяя банда. Помнишь, как срали пусть сюда поехать? Ну да, там, я сюда. Там много людей, мы там же убивали. Нет, внизу много людей. Ты аккуратнее едь, не вывались. У тебя запись не сорвалась? Нет. Так. Ты подвинешь какой-нибудь? Все, о, все нормально. Что, будем прощаться или еще будем? Да нет, давай прощаться. Ладно. До свидания, ребятки. Не забывайте подписываться на канал мой. Ванин. Не забывайте ставить лайки. Пальчики. Пальчики вверх, если вы не знаете, что такое лайки.
никогда не ставьте дизлайки роликам. Подписывайтесь на мой канал, на Ванин канал. И всем удачи и всем пока, ребята.